Всем привет, ребята! Хотел бы рассказать об очередной своей поделочке. Сделал я вот такой нагрузочный модуль. Но он необычный, как продается на Алиэкспрессе, где просто там пару резисторов и выключатель. Здесь у меня можно комбинировать вот этим выключателем разные сопротивления ставить и задавать разные токи. Вообще рассчитывал как бы 0,2, 0,3 ампера, пол ампера и ампер. Но так как таких резисторов в магазине попросту не найти, допустим, вот чтобы на 0,3 ампера было, ладно, 16 Ом это есть у нас, я купил. А вот допустим на 0,2 ампера надо 25 Ом резистор. Но таких в природе не существует. Поэтому пришлось брать 27 Ом. Так что плюс-минус тут пару, но плюс-минус 0,2-0,3 ампера как бы показания отклоняется. Ну, все равно грубо как бы можно задать и 1,5 ампера, и 2 ампера, и 1 ампер, и пол ампера. В чем еще плюс вот этой вот штуки самодельной? Я сюда поставил еще гнезда сразу мини-USB и микро-USB. Сразу можно тестить вот эти вот всякие кабелечки. Допустим, вот если вы обращали внимание, телефон, один и тот же телефон с хорошей зарядкой, но с разными дата-кабелями, заряжается по-разному. То есть с хорошим, с фирменной проводом, с фирменным, он заряжаться будет, допустим, у вас 2 часа, а с каким-нибудь китайским дешевым проводом он может и 4, и 5 часов заряжаться. Все дело в том, что в этих китайских проводах очень тонкое сечение провода. Поэтому у них падает ток, напряжение, и из-за этого телефон заряжается дольше. Ну, чтобы не быть голословным, давайте сейчас включим и покажу, как это все действует. Тут есть у меня пауэрбанк такой. Он очень хороший. Я знаю, что он 2 ампера у меня выдает. Так. Надо нам разрыв включить. Вот такую вот штуку. Так, видно, не видно. Вот напряжение погасло, потому что нету нагрузки. Ладно, сейчас включим. Вот, я включил 1 ампер. Выключателю тут щелкнул. Все, у меня сейчас нагрузка 1 ампер. Вот видим, 1 ампер. Могу 1,5 включить амперы. Вот. 1,53 ампера. Напряжение также 5 вольт. Сейчас все включу выключатели. Практически 2 ампера. Напряжение 5 вольт. И там падает на 0,2 вольта. Ну, держит, короче, пауэрбанк. Ладно. Оставляем 1 ампер. И теперь, смотрите, проверяем. Вот это вот китайский. С какой-то там экшн-камерой шел проводочек. Вставляем его сюда. И подцепляем его к моему чудо-прибору. Что мы видим? Ток 0,91 ампер. То есть уже 0,1 ампер упал в проводе. Сейчас все выключатели включу. Ну, напряжение, как бы оно не упадет. Оно упадет вот здесь. И на нагрузке надо еще здесь мерить напряжение. А ток, видите, стал 0,6 ампера. То есть 0,4 ампера уже здесь упало. Если померить напряжение на нагрузке, то я не думаю, что оно 5 вольт здесь будет. Напряжение 3,7 вольта. Кто не верит. Так что в кабеле упало 1,5 вольта у нас. Никакой телефон от этого напряжения не зарядится. Так. Теперь берем фирменный провод от
телефона Samsung. И цепляем его. 0,8 ампера. Как бы получше он держит. И напряжение сейчас померим. И 3 вольта. Ну, есть разница. Так что, чем лучше провод, сейчас я 1,5 ампера оставил нагрузку, 4,5 вольта. Ну, что-то, конечно, падает в этом проводе. Тем более, я тут разъем менял. Вот тут уже не фирменный вот этот разъемчик стоит. Может, в нем что-то падает. Но тут провод хороший, толстый. Так что, такая вот интересная штучка для проверки блоков питания, повербанков, проводов. Схемка будет в конце или в начале видео, я ее воткну. В общем, делайте, не пожалеете. Очень полезная штука. Ссылочку на этот приборчик оставлю под видео. Кто не хочет делать такую штуку самостоятельно, тоже ссылка будет на китайские аналоги. Ну, конечно, тут там у них не будет и разъемов, и такого количества всяких разных нагрузок. В общем, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.